Побувати біля підніжжя Евересту тепер можна, не виходячи з дому. Новий інтернет-сервіс проведе усіма вулицями та закутками парку Сагармата. Він розташований навколо найвищої у світі гори. Користувачі зможуть побачити мальовничі краєвиди Евересту і побут етнічної групи Шерпа. Для створення панорам фахівці зробили 45 тисяч знімків. Потім за спеціальною технологією об'єднали їх в одну величезну 3D-прогулянку. Ми знайшли людину, яка особисто побувала на Евересті. Це український фотограф і мандрівник Антон Шевельов. Антоне, вітаю. Я знаю, що разом із мандрівниками піднімаються носії ще їхніх речей на Еверест. Які ще є сервіси для туристів? І чи багато туристів? Туристов достаточно много на этой тропе к Эвересту, потому что все-таки начиная с 50-го года, как Хиллари сделал первое восхождение на Эверест с Тенси Шерпой, это стал самый популярный, наверное, маршрут, потому что он позволяет прийти к подножию Эвереста, подножию к базовому лагерю Эвереста, который находится на высоте 5300 метров, на леднике Кхумбу. И туристический сервис там заключается в том, что на протяженности этого всего маршрута находятся так называемые лоджи, в которых предоставляется ночлег туристам, и турист живет там, ночует бесплатно, он платит только за еду. Очень многие путают это название и называют носильщиков шерпами. Это неправильно, потому что профессия называется портер, а шерпа – это народность. Но так как именно в этом регионе практически живут только шерпы, то, соответственно, так и прижилось, что вот их начали называть шерпами. Это достаточно очень сложная работа, тяжелая. Профессиональные шерпы могут нести до 120 килограмм при собственном весе килограмм 60. И это позволяет им получить двойную оплату за поднятие грузов. Они несут основные грузы, потому что вертолетное сообщение там очень дорогое. И все, что там есть, несется на спине, либо на мулах, либо в яках. Вот. Но взрослые мужчины зарабатывают, это очень престижная у них профессия, они зарабатывают тем, что носят грузы наверх. Воду, газ, еду, снаряжение туристов, альпинистов. Дякую, Антоне. Український фотограф-мандрівник Антон Шевельов розповідав про туристичну інфраструктуру навколо Евересту.